Ребята, я в Санкт-Петербурге, и мне кажется, одно из самых интересных зрелищ Санкт-Петербурга – это развод мостов. Он как раз сейчас происходит. Значит, я видела это буквально, наверное, раз или два в жизни, потому технологию не очень представляю, и потому, конечно, момент очень волнительный. Вот смотрите, пролеты как раз расходятся, поднимаются. И это так странно, когда вроде бы такая жесткая, твердая вещь, как мост, тут начинает расходиться. Экзотика, конечно, сильная. Кто не питерский, да, обязательно собирается народ. Посмотри, вот народ, он и стоит, наблюдает за разводом мостов. Конечно, фотографируют, да. Ну, по возможности машинки встают, я тоже свою поставила. И смотрите, сколько лодочек скопилось, то есть люди едут смотреть развод мостов еще из-за воды. Вот смотрите, он все продолжает подниматься, вот по приколу, интересно пройтись, давайте пройдемся. Потому что у меня самые сильные впечатления были даже не момент развода и видение этого развода с воды, как вот сейчас мы с вами наблюдаем, а когда мы просто-напросто подошли к этим разведенным штукам. Это, конечно, было очень странно. Потому что это типа асфальт, твердь и все такое, мост, что-то такое, как сказать, незыблемое. Вдруг оказывается поднятым вверх. Если вот возможно, как-то по мосту будет сейчас дойти поближе к этим разведенным половинкам, то я сейчас попробую это сделать. Ух. Читала в описании, что народу, конечно, бывает так. Сейчас, секунду, не знаю, слышали ли вы о чем. Что народу бывает очень много. Вот глядя на сейчас, глядя на все это, я бы сказала, что народу не так уж и много. Пойдемте еще, подойдем ближе. Что-то никто не рвется зайти на сам мост, кроме меня. Или, возможно, здесь он реально закрыт. Ну, посмотрите, это так странно, что он уходит вверх. Это вообще очень странно. Он поднятый сейчас. О, да, точно. Точно, он перекрыт. То есть туда как бы ходить нельзя. Ну, давайте хоть отдаля посмотрим. Вот как это выглядит. Странно, да, ребят? Если вы не питерцы, я не знаю, мне кажется, вы меня понимаете. Да, круто. Я все-таки посмотрела, не уверена была, что успею. Ну, вот как-то так, видите? Поднялось в небо и так держится. Красотища.